А что если я так камеру поставлю? Будет нормально? Ребята, девчонки, всем добрый день. Морковь на терке не терла, наверное, 100 лет. Я просто тороплюсь, мне нужно Пятигорск счета оплачивать. Поэтому быстренько. Терка мне в помощь. Так, у меня на обед я тушу мясо, и на гарнир у меня будет капуста. Морковку сейчас быстренько пережарю, капусту нашинкую. Слушала сейчас Кузьмина. Ну, нету сейчас таких певцов, как раньше. Я как это, знаете, бабка старая. В нашей молодости, вот в нашей молодости пели. Ну, действительно, ну, когда слушаешь песни какие-то 90, даже не 90, это, наверное, 80-е, да, годы Кузьмин. Нравится мне песни моей молодости. Кузьмин, Земфира, Алла Пугачева, куда без этой королевы. Почему я морковку сначала начала натирать, а не лук? Шинковать тоже загадка. Ты торопишься всегда так. У нас погода, солнышко с утра, прям солнышко. Так, наверное, вот так вот будет интереснее, да? Моркови, не знаю. Перестаралась. Ой, девчонки, ребята, ну какой у вас блогер, а? Стою, разговариваю, капусту шинкую. Или, может быть, дело не во мне, а в телефоне. Я не знаю, у меня телефон отключился сам по себе. Приправу когда вытаскивала, подвинула телефон, посмотрела, а запись не идет. Думаю, вот так. Петрушка, укроп, это у меня к капусте пойдет. Так, что мы делаем дальше? Паприка. Хорошо бы специи в самом конце, да, добавить. Я тороплюсь. Все будет вкусно, но обычно я так не готовлю. Это у меня острый перец кайен. Острый перец добавляю, как и базилик. Везде, куда можно. Сейчас буквально 15 минуточек, и капуста моя будет готова. Я бы еще чуть-чуть масла добавила. Воду я не добавляю, сейчас капуста сок даст и с маслом. Сапу потушится. Я с водой не очень люблю. Так, все. А мясо у меня тоже уже на подходе. Да, как раз и капуста, и мясо в одно время приготовятся. Покатаю сегодня вас по Пятигорску. Покажу у нас наш красивый цветущий город.
конечно, сейчас красота, все распустилось. Надо в цветник пойти. Или еще высадку, наверное, не делают цветов в цветнике, да? В мае, наверное, будут делать. Пока у меня мясо тушится, надо кофе попить. Я сегодня утром выпила чай с вареньем. В обед можно кружку кофе выпить. Кухня блестит. Такое впечатление, что у меня новая кухня. Приятно, конечно, когда все вычищено, выблестено. Все, пошлите кружечку кофе. Нос чешется. К чему бы это? Так, я кофе буду с медом. Купила мне вчера Людмилка опять постные трубочки. Я уже стараюсь меньше есть печеного, потому что размер растет в геометрической прогрессии. Была М-ка, наверное, к началу лета буду свободная Элька. Так, сейчас быстренько сготовим, поедем. Коммуналку всю оплатим. Так приятно на чистой кухне сидеть. Вся, ну, практически вся кухня вычищена. Осталось только... Вот где посуда стоит, стеклянный шкаф и все. Господи, девчонки, я кухню драила 2 дня, и то я не все сделала. А еще и комод остался. Я вот комод не вычистила, и последний шкаф, где у меня стоит хрусталь. Раньше утром встала, позавтракала, за день кухню вылизывала без проблем. Сейчас... Возраст, наверное, возраст. За 2 дня не смогла кухню убрать. А я хожу, ворчу, говорю: мам, ну ты представляешь, 2 дня убираю кухню, ну куда это идет? Она: у тебя, говорит, что, свекруха, если тебя что, кто-нибудь поругает, за неделю убирай, не торопись, говорит. Насколько сил хватает, настолько и убирай. А меня аж само это злит, ну куда, 2 дня кухню не могу убрать. Ой, нос чешется, девчонки. К чему бы это? Сегодня какой день недели? Сегодня у нас пятница или суббота? Пятница сегодня, да? Сегодня 5-е число. Я чувствую, тороплюсь, мне 5-го крайний срок оплатить. Поэтому я тороплюсь. Это у меня нос чешется к субботе, к воскресенью. Мой кавказский профиль никогда просто так не чешется. Я вообще рыбу не люблю, морепродукты люблю, а рыбу не люблю. А это прям хочу такую вот, знаете, рыбку целиком запечь в духовке какую-нибудь, или морскую какую-нибудь хочу рыбку. И сделать, наверное, я как-то пробовала дораду с апельсиновым соусом, мне так понравилось, наверное, я то же самое сделаю. Открою какое-нибудь вкусное сухое вино. К рыбе белое, да, нужно? Ой, как жарко. Нарциссы не нарвала, думала кухню. Кухню уберу, и это у меня шкафчик проветривается. И в 2 вазы нарциссы хотела нарвать. Каринка говорит: не портите мне картинку двора. У нас двор сейчас весь в нарциссах, так красиво. Она говорит: пусть во дворе будет. Очень злая мачеха не разрешает. Так, мясо у меня уже на подходе. Мясо просто потушила и с луком пережарю. У меня бабушка так часто делала жареное мясо. Знаете, порезанное мясо, как на бифстроганов. Но она делала только с луком и с маслом. Ну и специи, соль и перец. Любимое блюдо вот ее было. Котлеты она очень вкусно делала.
хлебные котлеты, боже мой, самые вкусные бабушкины хлебные котлеты. У меня мама сейчас делает котлеты, мама хлеб практически не кладет. Маме мясные котлеты, да, а бабуля ложила, по-моему, 50 на 50. У нее больше хлебные котлеты были, но самые вкусные. Или это с детства, знаете, в детстве все вкусное было, или не знаю, или как. Жарко. У нас топятся, и полы топятся, и батареи топятся, и на улице плюс 20, и все окна закупорены. Так, сейчас капусту помешаю, минутку. Не посолила. Приправу добавила, а фасоль опять забыла. Что это такое? Или посолила, уже не помню. Еще вчера фильм смотрела, советую посмотреть, правда он очень тяжелый, «Кафе де Флёр» называется. Вообще люблю французские фильмы. Я от него так долго отходила. Я его через какое-то время хочу пересмотреть, очень понравился. Кто любит такие, ну он тяжелый, сложный тяжелый фильм. Не, наверное, рекомендовать такой фильм сложно, потому что он вот отпечаток оставляет. Прям я с героиней полтора часа все это переживала. Понравился мне фильм. У кого будет свободное время, посмотрите. Так, капуста у меня готова. Мясо тоже подходит. Соль и перчик. Красный добавляю, потому что черный перец надо купить. Тем черным перцем я не пользуюсь. Одна. Мясо у меня потушилось, я его с луком пережарила. Капуста тоже готовая. Все, девчонки, ребята, поехали по делам. Шланга хочу показать. Наши нарциссы красивые. Им надо было шлангу убрать красиво. Красиво двор показать, ну ладно. И на той стороне чуть-чуть, два кустика. Красота. Так. Ну что, поехали? Дома была, вроде как солнышко было, вышла во двор. У нас даже пасмурно, можно сказать. Так, сколько у нас? 17 градусов. Все, отключаемся. Включаем погромче музыку. Переключимся. Квитанции оплатила. Нужно на верхний рынок заехать. У Васи же был день рождения. Я ему хочу подарок купить. Сейчас с Олесей спешусь. Я уже точно знаю, что буду покупать. С цветом еще не определилась.
сейчас посмотрим. И продавец, у которого я буду покупать, будет на месте или нет. Я ему хочу купить папаху. Только не знаю, черная или белая. Ну, посмотрю, какая красивее будет. Сейчас, Олеся, я спешусь, цвет вместе выберем, какой ее мужу больше цвет подходит. А то постоянно только он мне цветы привозит, подарки покупает. У нас тут такое строительство идет. Пятигорск застраивают. Это светофор Пастухова Калинина. У нас тут новые дома строят. Правда, цены на эти квартиры почему-то московские. Ну, красиво. На верхнем рынке строительство идет полным ходом. Уже бордюры положили. Вот мобильная фея наша красавица. Привет. Она у нас чуть-чуть не кучерявая. Сейчас нам покажет, как ее закучерявить. Это из барашки, да, Жан? Да, да. Теперь у нас Вася будет настоящий кавказский мужчина. Вот, смотри, вот такие уж. Еще вот такие есть. Они тебе посылают подарок? Да. Это на подарок. Вот, красивый ага. Становится. Все. А так на друг другу лежат. Спасибо большое. Ну, вроде она такая веселенькая. Ну, веселенько, веселенькую не надо было, надо было однотонную белую купить. Однотонная белая там нет, а вот такая как у нас, она отвратительная. Вот это вот симпатичненькая. Веселенькая. Веселенькая, посмотри, какие цвета красивые. Мы сами веселенькие. Вот и это веселенькая. Посмотри, какая нежненькая, хорошая. Ну, я как всегда недовольна, мне не нравится. Ну, тебе не нравится, когда будешь в следующий раз покупать, купишь, какая тебе нравится. Что делать? А сразу нельзя было красиво. Нарин, вот я из всех, что там были, я самую красивую взяла. Ну ладно, это я так погудеть же должна. 470 рублей метр, между прочим, чтобы ты знала. Да какая разница, пусть он хоть будет 1400, лишь бы она была красивая. Во двор что, это некрасиво? Нет, это некрасиво, мам. Как персик просится, скулит так, хочу папаху примерить. Хотела купить белую, белой... Так, это я себе хотела купить. Мам, пахнет, как у меня одеяло в это в комнате. Куда а что ты черный купила? А? Ну он же мужчина, зачем ему белый? Что, мам? Почему карикатура? Разве такая? Почему не нравится? Такая теплая. Может мне одну купить? Мара, может мне одну купить зимой носить? У Людочки есть такая полушубок такой. Как раз под полушубок. Что это моего размера. Интересно, она Васе не будет маленькая? У него же голова, ну, побольше, я так думаю. А мне, между прочим, идет, а? Сейчас кто-то получит. Мама говорит, лезгинку включи, вокруг машины танцуй. Так у меня ноги больные, мам, я еле хожу, какой мне танцевать? Цвет красивый такой, знаете, не черный, а чуть-чуть с рыжиной, коричневый такой. Все, теперь Вася на Кавказ у нас будет ездить в папахе. Еще надо Васе купить бурку. Знаете, такие бурки бывают? В каждом кармане квитанция. Так, ладненько. Персик теперь дышать ей не даст. Мам, ты его рано выпустила, мам. Ну, запах чуть-чуть выветрится так, знаете, хорошо бараном пахнет.
Что, мам? Вот это откуда не могу найти? Да ветром сдуло. У нас у мамы розы были под банками. На днях ветер был. На, сама положи ее на место, маме расческу купила. Ты она вечно волосы начесывает и теряет расчески. Я тоже потеряю, дочь. Ну ничего, еще одну куплю. Небольшая это. Мара, домой. У нас, посмотрите, пасмурно. И знаете, так вот давит на голову. Слушай, а что там она на дереве? Ветер был. Мам, это не наши полотенца. А, пакеты, я думала, полотенце. Один раз что, покрывало или что туда перелетело? Быстро домой, холодно пошли. Носишься. А ты не злая. Ты зачем лапки закапываешь, а? Потому что сильно много кормишь. Мама рассмотрит, я стою, и мама зовет, не поймет, это кому идти. Мара, домой, что ты пришла? Смотрите, ей тоже папаха понравилась. Мара, нельзя машину мою портить. Мара, ты смотри. А ну, марш отсюда, быстро. Марш, давай. Ее не прогонишь, в машине тепло, на улице чуть-чуть прохладненько. Понравился ей запах. Мара, давай. Выходишь? Так, это мне совсем не нравится. Давай марш.